Инфодокс – система электронного документооборота. В 2021 году она была внедрена в 27 государственных органах. Вместе под ведомственными организациями число перешедших на электронный документооборот составило более 500. За год 2,5 миллиона документов в госорганах прошли через Инфодокс. Помимо этого, 7 областях подключены 7 полномочных представительств президента Кыргызской республики, 40 районных администраций, 32 мэрии Кыргызской республики, 17 городских кенешей и все органы местного самоуправления. Естественно, мы покрыли уже почти что 93% Кыргызской республики именно система инфодоксом. Но следующая задача заключается в том, чтобы реализовать реальный документооборот. Напомню, это только один из первых этапов цифровизации. Следующий шаг – это переход на электронное архивирование. Для этого в этом году будет создан центр оцифровки данных. То есть все мы документы, которые находятся в бумажном формате, мы должны перевести в электронный формат. Во всех большинство госорганах не все документы переведены в государственный формат. Вот для полноценного получения в государственную услугу в электронном формате все документы должны оцифрованы. На сегодняшний день мы эту работу начали. Мы планируем летом 2022 года уже открыть данный центр. С открытием данного центра мы решим ряд таких проблем оцифровки документов. Да? А также мы в этом году планируем развивать наш государственный электронный портал государственных услуг. Что касается доступности госуслуг, то в прошлом году было открыто 8 новых ЦОНов по всей стране. В банковской системе была внедрена новая платформа Face ID, которая позволяет гражданам, не теряя времени, оформить кредит. Прошел запуск цифровых документов в мобильном приложении государственного портала электронных услуг. Вот, например, в последнее время очень большой критике уделяется работа наших ЦОНов. ЦОНов, где центры обслуживания населения. Мы считаем, что данные, значит, наши центры должны улучшить работу по упрощению услуг, по созданию более удобных услуг и перевод многих услуг на цифровые решения. То есть граждане наши, чтобы могли из дома уже получать многие справки, многие, значит, документы, уже не стоя в очередях. Поэтому эту задачу мы будем ставить на 2022 год по дальнейшему. Значит, оптимизация работы наших государственных органов и перевод их в цифровой мир. Актуальные вопросы цифровизации страны были рассмотрены в ходе коллегии Министерства цифрового развития. Там же глава министерства Талантбек Иманов отметил, что одним из важнейших направлений развития экономики в настоящее время является комплексное внедрение современных цифровых технологий, которые в конечном итоге обеспечат формирование новой цифровой инфраструктуры. Для этого министерством поставлен ряд задач. В целом освоено, ну, скажем так, не очень хорошо финансовая составляющая, то, что выделено из государства. А на 2022 год у нас 94 мероприятия. Надеемся, что все выполнится. У нас есть утвержденный указом президента план развития до 2026 года. Первая задача на 2022 год – это подготовка и задач, в первую очередь, это инфраструктура. То, что мы сейчас проводим по тендеру Digital CAS, в котором есть 4 компонента именно по инфраструктуре. По итогам коллегии была отмечена необходимость усиления работы по цифровизации страны в этом году. В завершении заместитель председателя Кабмина Азиз Алиев подчеркнул, что в первую очередь от министерства ждут цифрового рывка. «Вы являетесь провайдерами экономических решений», — сказал Алиев. «Перед Министерством цифрового развития стоят приоритетные задачи, в том числе обозначенные в Национальной программе развития страны до 2026 года». Мерима Саналиева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Салам, достор! Сіз білесіз бі, бұйыл біздің жілігіміздің жілбірегеніне 30 жыл толып тұр. Емесі бардығыңыздарды жілігіміздің 30 жашыменен құттықтайым. Мұна ұшыл самалықтың ұрматына ЛТР телеканалы мектеп оқушылар арасында сынақ жарылайды. Сынақа қатушы өтті жүнікі. Ал үшін сіз біздің тобызды даңазалап,
үр жазасыз. Болгону ушул. Үрүңүздү көргөм окуп видеого тартасыз да биздин Telegram чатка жөнөтөсүз. Эң мыкты деп табылган алдыңкы 3 орунга бизде сыйлыктар бар. Сиздин сыйлык азырынча сыр болуп турсун. Чупулдаганда сөз сетам. Кабыл алуу 25 февралга чейин жүрөт. Сынакка катышып үлгүрүңүздөр. Видеону туура тартыңыз. Камераңыздын жогорку сапатын тандаңыз. Ал эми Telegram чатка жөнөтүүдө галереяңыздан тартылган видеону видео бөлүкчөсү эмес, файл бөлүкчөсүн басып жөнөтсөңүз сапатын жоготпойт. И баса, сиз жөнөткөн ырлар биздин көгүлтүр экрандан көрсөтүлүп турарын унутпаңыз. Алло, ЛТР телеканалы, саламатсызбы?